поводу боя. За кем первый раунд, как считаете? Первый раунд за моим соперником, за Фернандо. Как считаю? Ну, у нас был план на бой, мы его готовили, настраивали и так далее. Вот, и он стал делать те движения, которые мы не рассчитывали. Не те, которые он делал в предыдущих 3-4 поединках. То, на что мы рассчитывали. Поэтому перестраиваться и немножко взламывать весь этот план пришлось уже по ходу во второй половине раунда, первого и уже во втором раунде. Вот у нас была по плану борьба, но она должна была быть гораздо позже. И должна была быть реакция на его действия. А получилось так, что пришлось это делать невзирая ни на что. Поэтому потратили больше сил и немножко это все, естественно, в сумбуре в течение боя. А так все хорошо. В момент, когда вы вышли на прием, какие он ошибки сделал? Так. Ну, он позволил свою руку поднять до уровня 90 градусов. Это как бы основная проблема. Если человек свою руку поднимает вот до сюда, 90 или чуть выше, уже очень-очень тяжело ее потом вернуть. Здесь нужно либо замок ставить, либо на нее накручиваться. Я вам сейчас покажу, идите сюда. Вот, ну, на самом деле, вот с рукой. Этот прием делается за счет удушающего через руку. Если руки здесь нет, задушить я не могу. Он позволит свою руку вернуть. Ну, отпустить туда наверх. Люди, которые дерутся с вами, они все равно готовятся к этому. Вас удивляет, что у вас все равно получается так побеждать? Я затрудняюсь ответить, удивляет или нет. Абсолютно верно, говорите первая часть, абсолютно верное утверждение. Они все готовятся, они все абсолютно знают, что я буду делать. У меня есть 2, 3, 4 приема, и они знают, что я буду делать. Самое сложное как раз им защититься от этого, а мне самое сложное действовать с теми, кто знает, что я буду делать. Это все-таки как бы не хорошие там спортсмены, которые занимаются полгода, год, два, три, а те люди, которые занимаются десятки лет, у которых за плечами там 10, 20, 30, 50 боев. Это как бы профессионалы невероятного уровня. И тем не менее, отрадней, когда у меня это получается. Алексей, как правильно в итоге записать? Это победа Езекилем? Нет, это удушающий, это arm triangle, если не ошибаюсь, они называют, удушающий треугольник руками. Вот, когда я душу треугольник руками, я с ногами. Вот, это, соответственно, треугольник руками, если я правильно понимаю. Треугольник у меня был абсолютно моей коронкой, которым я выиграл схваток 40, наверное, штук 20-25 на боевом самбо. И я первый, кто сделал вообще на территории СССР треугольник, ногами я имею в виду. Вообще первый. В 2001 году я его сделал впервые на территории России. Вот, и все, я много раз его использовал. Сейчас я треугольник ногами делать не могу, потому что я набрал 25 килограмм, ножки стали толстенькие, все соперники, соответственно, стали тоже очень-очень большие. Поэтому приходится делать треугольник другими частями тела. Алексей, ну вы для себя уже решили, сколько еще будете драться по времени, какой-то отрезок? Да, уже пора завязывать, я думаю, 5-7 лет и будем заканчивать. 5-7 лет. А пытался соперника в паховую область, это было специально сделано? Нет, абсолютно не специально. То есть я смотрю, вы огромнейший живот, нависает все остальное. Я целюсь в живот, и он в этот момент начинает как бы все время подпрыгивать, либо втягивать живот. Получается, у него приподнимается это там на 10 сантиметров. Шорты. Первый раз зацепил абсолютно как бы, но случайно и не сильно. Второй раз практически не зацепил верхнюю часть, но он уже, я так понимаю, хотел просто немножко отдышаться. Вот все равно показал, что это самое. Абсолютно я извинился дважды и могу извиняться много раз. Это не мой стиль. Крайне-крайне редко я делаю и только в случайном плане какие-то ошибки или нарушения по технике. Это мое кредо. Алексей, можете сказать, у вас вот какой пульс 46 лет, когда вы работаете на пике, замеряете? 200? В бою или на тренировках? На тренировках. Какой максимальный пульс, который вы достигаете? 40-160, 180, наверное. Я его не засекаю, у меня нет как бы постоянного пульсометра и так далее, но если я там работаю на каком-нибудь эллипсе или еще что-нибудь, могу там на максимум взорваться. Наверное, под 180. Бывало 200, но это уже там с утра проснешься, выпьешь кофе и прямо весь такой бешеный с большими глазами. Было под 200. Сердце, слава богу, у меня, я очень много аэробных тренировок делал, в смысле бегал лет с 10-12, это было лет до 30-35, все доктора говорят, что у меня сердце там такое сумасшедшее в плане спорта, вот в плане спорта ему все хорошо, любые нагрузки, ему нельзя не тренироваться. У вас есть принципиальная позиция относительно боев с россиянами, можете ли вы сказать, что точно не будете? Нет, абсолютно не могу сказать. Есть люди, россияне, которых я очень уважаю, с которым бы очень не хотел драться.
Вот. Но, опять же, если как бы так получится, и что получилось, что нужно будет драться, я с огромным уважением подерусь и с благодарностью. Независимо от результата, все равно буду уважать этого человека. Возможен ли ваш бой с Сергеем Харитоновым? С любым россиянином это будет возможен. С любым, кто выступает по ММА, по нормальным правилам. И во всех промоушенах как бы, я могу подраться. Если я сейчас как бы ушел с UFC, для меня свободно абсолютно драться в любом промоушене. Если будут предложения, я бы не хотел драться с Сергеем. Мы с ним дружим там лет 12, наверное, не помню сколько. Много раз помогали друг другу, далее очень не хочется. Не хочу. Ну так вот сказать, нет, ни в коем случае, и так далее, там, мамой клянусь. Это, это спорт. Я не буду там размазываться, уничтожаться, там, оскорблять его, обижать, что-то выводить его на что-то и так далее. В бою буду сесть достойно. Я просто сейчас моделирую, я не хочу с ним драться. Но если вдруг что нужно будет продаться с Харитоновым, подраться, я не знаю, с Виталием Каменаковым, с Пономаревым, с кем угодно абсолютно. С друзьями, не с друзьями. То есть я очень этих ребят ценю, уважаю, огромнейшее уважение. Они могут сказать на тренировках, как я к ним отношусь, какие у нас отношения. Но у меня нет такого, что вот я ни в коем случае там не подерусь с русским, с украинским, с дагестанским, с российским, с китайским и так далее. Какая разница? Тогда в спорт не нужно идти. Меня так учили. Вы смеетесь или уже не смеетесь, когда в комментариях пишут, что у него за ударка? Это вот, просто если почитать комментарии. Уже меньше смеюсь. Сначала я психовал, сильно возмущался. Потом я старался как бы к нам спокойно относиться. Потом у меня были прекрасные бои. Я работал с прекраснейшими ударниками. И работал чаще всего достойно, выигрывал и так далее. И я понял, что как бы обращать внимание на этих самых ребят, у меня просто нет времени и сил. С удовольствием бы пообращал, но в другой раз. Спасибо.